23 ноября в ресторане «Вечерний» города Каспийска состоялось празднование Дня Матери. Организаторами данного мероприятия выступили сотрудники КЦСОН города Каспийска. Они подготовили для гостей концертную программу. Заместитель директора КЦСОН города Каспийска Гаджи Загидов со словами благодарности обратился ко всем, кто содействовал в организации данного торжества. С большой душой отзывается всегда на такие мероприятия, на наши просьбы, чтобы спеть, танцевать для наших подопечных, для вас, для нас, для всех. По словам представителей КЦСОН, организация подобных мероприятий играет важную роль во взаимоотношении матери и ребенка. Они укрепляют отношения в семье и помогают выстроить правильно семейные ценности. Стоит подчеркнуть, что в мероприятии приняли участие воспитанники образовательных учреждений города, которые продемонстрировали все свои таланты в творческих номерах. Мамуля, я тебе желаю здоровой быть и молодой. А я, конечно, постараюсь, чтобы ты могла гордиться мной. Почетными гостями мероприятия также стали заместитель председателя собрания депутатов города Каспийска Аза Алиева, представитель Всероссийского общества инвалидов Патимат Гетина Магомедова и другие. В завершении мероприятия всем присутствующим вручили памятные подарки от спонсоров торжества.